Как тут красиво. Это в горе. Такая вот пещера. Это все известняк. На самом деле сюда вход был закрыт, запрещен. Но мы прошли сюда. Сейчас мы потом мы возвращаемся на маршрут и пойдем. Такой свод. Здесь относительно душно, потому что движения воздуха нет практически. Ну, в общем-то, объем достаточный. Нет, есть движение воздуха, вот так, как бы это сказать. Влажность чувствуется. И вот мы в самых недрах пустости, сверху пустыня. Только потому, что ночью здесь возможно, летом здесь днем жара. До 50 может доходить.